Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 20 марта. Время весеннего равноденствия и начало нового зороастрийского года. Всех с праздником весны и любви. Овны. Время раскрытия внутреннего потенциала. Познавайте свою индивидуальность и уникальность. Опирайтесь на интуицию, и будет вам сопутствовать удача. Тельцы. Не спешите проявлять свои бойцовские качества, тем более, когда успех и удача сами стоят у вашего порога. Продолжайте развивать ваш внутренний мир и способности. Близнецы. Период развития взаимопонимания и единомыслия. Помощь высших сил, а не как компас, покажет направление дальнейшего развития накопленного потенциала. Раки. Ну вот, производственная суета и пустые беспокойства отстали наконец, оставив после себя проработанные отношения, полезные замыслы и перспективные начинания. Львы. Вдохните полной грудью. Небеса пророчат вам удачу. В вашем зодиакальном знаке самый авторитетный представитель звездной компании Юпитер. Дерзайте. Девы. Непростой день, а в жизни, как водится, все к лучшему. Видимо, потому что она не позволяет нам стоять на месте и успокаиваться на достигнутом, почивая на лаврах. Весы. Теплые встречи, комфортная и дружелюбная атмосфера, домашний уют и романтические отношения. Этим будет наполнен ваш день, если хорошо постараться, конечно же. Скорпионы. Фортуна на вашей стороне. День крупных удач и простого везения. Однако потребует он от вас как максимальной самоотдачи, так и целенаправленных системных усилий. Стрельцы. В морально-нравственной сфере время глубоких перемен и преобразований. Пришла пора расставаться с догмами и ложными идеалами. Отделяйте зерна от плевел. Козероги. Время преображения в духовной сфере. Да разве этим удивишь? У нас в ней вроде никогда застоя не было. И все же хорошо избавиться при этом от страстей и безверия. Водолеи. Стать героями очень просто. Берешь минимум из того, что есть, и отправляешься на штурм новых вершин. Не бойтесь возвращаться к истокам и начинать все сначала. Рыбы. Открывайте окна и двери всему новому и совершенному. Ищите свое место в жизни. Идите своим путем, опираясь на прошлый опыт. Ищите друзей и источники вдохновения.